зараз Ukraine Fashion Channel відкриє вам двері у світ стилю та вечірок. Це буде бар Ukraine. І сьогодні у нього день народження. У вас в волосах така шикарна роза, можна показати її на камеру. И такие шикарные аксессуары, все посвящено теме цветов. Почему именно цветочная тема? Почему цветочная тема? Потому что все соскучились по ярким краскам, по лету, по солнцу. Поэтому Summer Flower Party. Всю зиму Будабар в свечах, он очень томный, я бы так сказала. И летом нам хотелось проснуться буйством красок. Плюс вы сами понимаете, что цветы – это сейчас тренд сезонов, поэтому, в общем-то, мы всегда будем на волне, мы будем успешны, если будем в цветах. Мы сделали украшения, сегодня сумасшедшее количество роз, около 50 тысяч, нам привезли несколько машин роз Будабар, да, это правда. А с нами сейчас Тая Сальна, муза и вдохновитель великого человека, ее мужа, как она сама это говорит. У тебя всегда присутствует очень оригинальное украшение. Ты заказываешь это персонально, либо находишь что-то интересное, что-то уникальное, не похожее на другое? Конечно, безусловно, я нахожу что-нибудь интересное, не похожее на другое, для того, что каждый человек должен выделяться в этом мире. И я подумала и посоветовавшись со своими подругами, приняла решение, что когда я буду на следующий раз находить что-нибудь интересное, я буду это приобретать в двойном либо тройном варианте для того, чтобы и мои подруги тоже смогли разделить со мной эту прекрасную участь. А что тебе больше всего нравится в стилистике Будабара? В стилистике мне нравится то, что он один из лучших, очень интимная атмосфера и очень европейская атмосфера. И, естественно, дизайн потрясающий. Вложено огромное количество работы, и мне нравится, что в нашей столице есть такое же заведение, как во многих городах этого мира. Как тебе украинский Будабар? Ну, он очень приятный. Иногда люди не понимают все концепции и не знают обычаи, допустим, как люстры специально экспортируются из разных стран. Нужно привыкнуть к нему, но, как-то 4 года достаточно, чтобы уже люди поняли, что это такое приятное место. Музыка иногда даже меня чуть-чуть, скажем, удивляет, но она новая, так что дает нам шанс быть в курсе всех новых музык, которые выходят. В скольких Будабарах в мире ты успел побывать? Я был в Париже, он довольно был интересный, это было всего 2 года после того, как он открылся. И был в Вашингтоне, Будабар, который открыл мой друг Бенни. Кроме этого, я был в Дубае, но в Дубае он называется почему-то Бар Буда, а не Будабар. Мне кажется, потому что они не выкупили лицензию, которую здесь в Украине выкупили. Вас вважають одним з найдорожчих клієнтів і одним з найбажаніших. Скільки грошей ви витратили за 4 роки існування українського Будабар? No comment. Як часто ви буваєте в Будабарі? Too often. I love it. It's, you know, it's my дуже часто. Це мій другий дім, коли я далеко від дому. Він приносить мені вдачу. Good luck. Фэшн-стилистики. Что можете сказать по поводу стиля Будабара? Что вам больше всего нравится? Честно говоря, сейчас на самом деле этот восточный стиль, он сейчас не так актуален, как был какое-то время назад. Это было ужасно модно, да, все хотели, все хотели что-то марокканское, восточное, да, то есть, вот. Я думаю, что скоро это возродится, но здесь очень красивая локация. Даже вот этот вот фон прекрасный, на котором можно сделать очень прекрасный фотографии. Здесь можно очень много клипов, всего. Клипов, да. Тут, что у вас написано на футболке? Здесь написано, что кого бы ты хотел одурачить? Вопрос.
ответ Бога, ответ Дэмиан Хёрст. А сегодняшний формат Flower Party, вам не кажется, что это уже немного не то, что не актуально, но, может быть, это уже и было? Мы на самом деле мы в начале лета, да, мы весной сделали абсолютно цветочную коллекцию, мы целое лето продаем цветочные платья. Это очень актуально в нашей сейчас, в наше настроение наших женщин, это правда. Это лето конкретное, поэтому вот для меня, например, сегодня, наверное, последняя вечеринка, куда я одела юбку в цветы, да, то есть я думаю, что вот сегодня как раз это был тот повод. Пожелать своему заведению в честь дня рождения? Ой, в первую очередь процветание и любимых гостей. Потому что Будабар очень популярное место, место культовое, место лакшери. И здесь особая атмосфера. Я думаю, что все наши гости сегодня это очень тонко чувствуют. Поэтому всем желаю в первую очередь процветания. Ну, Будабару желаю, конечно же, процветания и бесконечного развития. Вот. Хороших гостей. Хорошего настроения всем присутствующим здесь. Я желаю побольше вечеринок, побольше посетителей, побольше классной музыки. Это отличительная такая черта Будабара. То есть все мы помним эти диски, еще когда этого здесь не было. Вот. Желаю всего самого хорошего. Красивое заведение. Полного фэншуя, чтобы все у них было всегда по фэншую, все было хорошо и чтобы их бизнес процветал. З нами зараз Майкл Дон, співзасновник Будабару, відомий ресторатор в Україні. Добрий вечір. Добрий вечір. Що ви можете побажати своєму улюбленому ресторану Будабар у день народження? Я би більше пожелав київлянам, щоб у них як можна більше було таких праздників, як сьогодні. Щоб такий праздник, як Будабар, 4 года. Это не очень большой возраст, а с другой стороны, это и не маленький. Поэтому я желаю, чтобы таких праздников в Киеве было как можно больше. Happy birthday, Будабар! Ukrainian Fashion. Мы там, где панует стиль.